название. Этюд называется «Ягодка». Мы учимся общаться на сценической площадке, мы учимся работать с партнером. Это наши первые шаги. Пожалуйста. Ксюша, не беги, я не могу за тобой угнаться. Я не могу за тобой. Мама, я мама, смотри, какой тигр, смотри, смотри, я хочу такого домой. Мама, давай его купим. Ксюша, ты что, мы не можем держать в квартире такое большое животное? Ну что ж ты не можешь, ты думаешь, хочу тигра. Это ты за ним убирать будешь? Мама, все равно хочу тигра. Ну, мы не можем себе позволить тигра, так, все. Ну, мам. Перестань, Ксюша. Да это мороженое, мороженое, мороженое. Какое? Вон то с орешками. Вот то. Да, да, вот это. Осторожно, не обляпайся. Господи, во что ты одета? Мам, не обляпайся, не обляпайся. Осторожно. Мам, можно обезьянку погладить? Только погладить, Ксюша, кормить ее да, нельзя. Да, 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 да. На мороженое. Мам, ты что, что перестань? Мама, на голодную. Мам, перестань, это наше животное, мы не имеем права ее кормить. Мам, я купила это тебе, я не буду тратить свои деньги на обезьян. И что она? Перестань, Ксюша. Мам. Ксюша? Ты как со мной разговариваешь? Я тебе что, подружка какая-то со двора? С ними так разговаривать будешь? Все, разговор окончен, пошли домой. Алло, да. Нет, я с ребенком в зоопарке, не могу сейчас. Отстань, Ксюша, перестань. Нет, я не могу, извините.